Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми комплект. Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Операция объединенных сил. С 30 апреля на Донбассе действует особый порядок. Звезды в Краматорске. Андрей Хлыбнюк о музее бумбоксов и творческих планах. Арсен Мирзоян о музыке, книгах и вдохновении. В городе ограничат продажу алкоголя. Горсоветом Краматорска подготовлен проект решения, который ограничивает торговлю спиртным в вечернее и ночное время. Ведется работа над целевой программой «Дороги АТО». В ходе коллегии облгосадминистрации народный депутат от Краматорска Максим Ефимов рассказал о планах по ремонту дорог области. Кто не получит субсидию с 1 мая? Новые правила. Теперь субсидию не получат владельцы больших квартир и домов, а также новых машин. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.